Вот он еще один большой центральный дом. Красивый такой. Большой, красивый и центральный дом. Красивый центральный дом. Вот пока еще будет там идти, а я там пойду. Да. Может, там что-нибудь надо вот так меня увидеть и заснять, иначе оно мне будет потом не видно. А я буду тут потихонечку идти. Вот эти вот так, такие вот там высокие, красивые дома. Вот и все. Там наш Пятигорск, там универсам, кстати, можно было и там спуститься, по принципу, тьма, я думаю. Там еще есть вход, который можно через универсам даже спуститься, лишь пока не мерим, да. Ступеньки там есть, потом. Ну, мы там через туннель лучше пойдем. Я там попробую заснять, как мы через туннель там будем, типа, через первую. Сейчас тут вот дойдем, давай вот это. И все. Вот это мы идем через остановку. Вот там пацаны тоже изменяют кому-то. Вот так вот, товарищи. Такие вот шишки валяются, не знаю, там что. Вот так, сейчас мы и пойдем. Опять ты спускайся вот так, мам. Вот мы, смотри, все. Вот так. Вот мальчики изменяют девочкам. Вот, видали, идут в институт в какой-то сама. Не знаю, зачем. А, хотя там спортзал вообще-то. Какой институт? Это как кафе, физическое воспитание здоровья. Во. Вот как мы пришли. Вот так, техническое там. А вот там универсам, торговый центр, товарищи. Новый магазин будет строиться там тоже. Вот эти мальчики, они все равно попадут в кадр, потому что они тоже кому-то изменяют. Даже девушкам изменяют. Вот сейчас они попадут в кадр по-любому. Вот сейчас увидите прикол. Мой маленький прикол. Вот если нас они обгонят, конечно. Вон пацан кошку там кормит, походу, с мамой. Вот это что требовалось доказать, с мамой? Попали они в кадр, с мамой? Вот они тоже, мальчики изменяют кому-то. Что требовалось доказать, с мамой? Я назову это видео. Значит, четыре друга изменяют девушкам. Вот и все, с мамой. Вот так. Фу, что-то так воняет, по крайней мере. Наверное, кто-то сигарету не потушил явно, с мамой. Вот и наш Пятигорск. Там у нас гостиница есть, Бештау.